Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова. Сторонами отмечено, что в последние годы взаимодействие Узбекистана с ОБСЕ и ее институтами значительно активизировалось и вышло на качественно новый уровень. Верховный комиссар дал высокую оценку проводимой в республике политике по обеспечению межнационального согласия и толерантности, а также расширению культурно-просветительских связей с зарубежными странами. Особо отмечено, что политика добрососедства Узбекистана в Центральной Азии играет позитивную роль в деле укрепления дружбы и взаимопонимания между народами и этносами региона. Кайрат Абдрахманов подчеркнул, что в Узбекистане созданы все необходимые условия для обучения, работы, проявления своих творческих способностей и потенциала представителей всех наций и народностей. Мы говорили о том, что собираемся реализовывать еще несколько проектов, очень важных проектов, организовывая, к примеру, круглые столы в таких городах, как Самарканд, Нукус, Карши. Будем продолжать работу с комитетом, с Государственным комитетом по межнациональным отношениям и укреплению сотрудничества с зарубежными странами, с Министерством народного образования, с Министерством высшего и среднего специального образования, с Национальной комиссией по правам человека. Комиссар отметил, что укрепление атмосферы межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе являются одной из приоритетных целей реализации стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.